Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас битва гильдий. Апнул я немножко еще силушки. Растем по чуть-чуть. Лимитные открыли. У нас 10 разолинок, как и огника. В принципе, мы 70 попыток вытаскивали хотя бы одну. У меня он уже в алтаре их дохренище. Так. Поехали, посмотрим, что там у нас сегодня на битве гильдий. Будем сегодня шатать. Там куча сливов, кстати, сегодня было. Половина сливается. А, так. Поехали, смотрим, какие там гильдии интересные. 456. 570, 550, 540. Ну, поехали, посмотрим, что тут интересное есть. Вижу сразу же дырочку. Вижу дырочку и делаю сразу же, ребят, 86. Лазуля — это, конечно, нечто. Ну, просто ни о чем. Одна дырка в базе. И все. Даже не слили героя вот так вот. Дырок нету. Поехали. Остальных посмотрим. Может, еще есть дырочная. Это тоже, кстати, расстановка ни о чем. Проходится на ура. Ну, Франки шатает неплохо. Опять же, могу тут слиться. Ну ладно. Не возьмем тут, не возьмем. Не столь страшно, думаю. А тут фрайки нету. Я смотрю, что-то не то. Опасно, опасно. Печаль. Хочешь слиться и не можешь уже, но это вообще печально. Так. Хорошо. Поехали дальше. Так, это на этих. Потащили почти всех. Так, это мы оставим. Так, что тут у нас? Воронин, все дела. Линда, воодушки. Окей, ставим Ронина. Давайте на всякий пожарный поставим Еремку. Сразу сработало. Так, Ронин, настало твое время.
Так, ну я думаю, тут вместо ворожея можно ставить Ронина. Пойдем со стороны Фрейя. Вот, отлично. Вообще просто супер. Правда, Ронин без этого, без хранителя леса. Но у нас тут, в принципе, должен восстанавливать смотритель. Я думаю, этого нам вполне хватит. Да, видите, он не так уже проседает, как раньше. Супер. Выживание дают такой отхил, это просто жесть. Слился. Ну ладно. Слился так слился. Это не страшно, не беда. Единственное, что я питомца не взял, вот это плохо. Нифига себе. Да. Почти, почти. На надрыве. Интересно было. Блин, горло, конечно, болит. После вчерашних баталий. Так. Окей. Этим разобрались, поехали еще одного. Или не, а еще двоих надо. Я уже разогнался заканчивать эти на китайский сервер. А, так, ну тут то же самое, юзаем через Фрейя. Самый оптимальный вариант. Можно было бы, конечно, и через Асурика поставить утекание, но там надо новый талант, чтобы он не сливался на него. Супер. На Анубисе самое то. Ой-ой-ой. Ты чего, Ронин? Посмотрите на отхил от рун выживания. Ну, это просто нечто. Пофиг там, вот смотрите, он не досносит, да, но не досносит немного. У него тоже Розалинда есть. И у меня Розалинда есть. Давай, Анубис, тащи. То есть, как видите, даже при таком раскладе все равно здание выбивается. Ну, конечно, надо иметь максимальные прокачки. Идем на рекорд. Тут, конечно, интересный противник. Ну, поехали, попробуем.
Надо было, наверное, все-таки поставить сюда с цепом Анубиса. Анубиса либо Охника. В принципе, нормально и так. Просто цеп бы добил здания, которые в разброс могут быть. В этом как бы вся фишка. Что может остаться одно-два здания. И будет печально. Вот так вот. То, о чем я и говорил, что может остаться одно-два здания. Но не в нашем случае. Вот так вот. Восемь 227, ребят. Это на сегодня мой самый лучший результат на всех играх. Вот как-то так, честно говоря, даже сам удивлен, хотя это не максимальные топы, если бы был там я в топе, там было бы, думаю, на порядок больше, там 600к, совсем другая, около 9, думаю, 8,5 точнее, мы бы набили. Ну, в принципе, и так неплохо. Так, окей, поехали еще на китайку. Ближайший 3000 разницы. Так, окей, побежали китайку пройдем. Там, думаю, опять без раз будут все, как всегда. Тут у нас на китайке делается награда за предыдущую БГ 67 65 72. О, тоже красавчики. 545 534 580 570. Все понятно. Вот это называется офигенная битва гильдий. Где ты не заморачиваешься ни над чем. Так, первый готов. Тут на порядок меньше сейчас будет. Вроде топа и, как видите, не слабее, но по силе противники. Но разницу сейчас увидим. Stand to feed.
6 656 и 8 200, разница 1500. Вот так вот. Ну и разница в силе там 800 250 к, разница в силе 1500 ячей. Вот так вот. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.